Мой дедушка Михаил Васильевич Шандалович, ветеран Великой Отечественной войны, не любил рассказывать о войне. Очень редко удавалось что-то услышать на эту тему. Знаю, что дедушка был пулеметчиком, воевал на Южном фронте, закончил войну в 1944 году на Первом Украинском фронте. Был в плену, но сумел выбраться. Дважды был ранен. Я даже помню шрамы на его теле. Одно ранение было в плечо, второе очень тяжелое пулевое ранение в легкое, из-за которого дед долго лежал в госпитале. После этого ранения его наградили орденом Красной Звезды. Также был награжден медалью за отвагу. Нас было трое внуков, трое мальчишек. И мы знали, что у дедушки в плече еще с войны сидит та самая пуля. А мальчишкам же интересно все это. Так вот, иногда в награду за хорошее поведение дед разрешал нам ее потрогать. Мы, конечно же, очень гордились тем, что наш дедушка фронтовик, настоящий герой, который сражался за родину и победил врага. Слава нашим дорогим ветеранам, мы перед ними в неоплатном долгу.